С миллиона терзаний начинается новый театральный сезон в Чувашском драматическом театре имени Иванова. Спектакль по пьесе Валентина Катаева у нас ставят впервые. Мы решили сделать эту пьесу, этот спектакль в водевильном жанре. Да. Уйти от быта абсолютно. И это будет видно и по декорациям, и по костюмам, и как между собой общаются артисты. В обстоятельствах много пластики, музыки. У Катаева все-таки своеобразный юмор. У него очень тонкий юмор. Понять, найти ключи в этом юморе, ну, вот была сложность, и чтобы артисты поняли и влились в этот жанр, да, вот это самое, наверное, сложное было. Зрители попадают в Москву начала 20 века. Именно здесь живет главный герой-интеллигент Анатолий Экипажев, который нигде не работает. Считает себя начитанным человеком, но путает Белинского и Достоевского, не отличает гоголевские произведения от тургеневских. Бездумно тратит деньги на скачках и мечтает, чтобы его дочери вышли замуж за достойных мужчин. Водевиль насыщен комическими сценами. Зрители, которые посетили премьеру, остались довольны. Я снова Чебоксарска приехала. Театр очень люблю, часто посещаю. Очень нравится. Нравится, как артисты играют. Надежда Зубкова нравится. Хорошо играет свою роль. Ну, все артисты хорошо играют свою роль. Каждый год, когда приезжаю в отпуск в Чебоксары, я посещаю театр, драмтеатр, Чувашский драмтеатр. Мне нравится здесь быть. Я получаю удовольствие и вдохновляюсь. И чувствую прилив сил. А уже 11 октября в Чувашском драмтеатре новый спектакль «Аниса» по пьесе Колгана.